Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Хочу представить вашему вниманию обзор на такой интересный тягач Faun SLT-56, транспортер для танков от фирмы Trumpeter. Модель в 35-м масштабе, очень огромная коробка, которая не помещается в объектив видеокамеры. В наборе более чем 800 деталей плюс фототравление. Размер данного сидельного тягача будет 570 мм, 57 сантиметров. Это огромная модель, ребята. И ширина 10 сантиметров. Реально коробка огромная. И полностью наполнена литниками. Сразу видим инструкцию. Все литники упакованы в отдельные пакеты. И в коробке еще лежит вторая маленькая коробочка. Представляете, насколько огромная модель. Хочу сразу сказать, набор довольно старый. Модель 2002 выпуска. Но посмотрел литники. В принципе, все довольно качественно, хорошо отлито. Но об этом мы поговорим чуть немножко далее, рассматривая литники. Как видим, инструкция выполнена в виде книжки. Здесь указано количество литников и показано все, что дается в данном наборе. Литников в наборе 19, ну, плюс кабина, колеса, всякие проволоки, рама. Очень-очень много деталей, очень много литников и одна плата фототравления. Хорошая подробная инструкция, все схематично, грамотно показано. Надеюсь, даже при таком количестве деталей, если внимательно будем смотреть в инструкцию, собирать, то никаких проблем и косяков по сборке у нас не произойдет. Но очень-очень много деталей, даже видно на инструкции. Инструкция довольно толстая. Ну, во-первых, отдельно собираем сидельный тягач и потом полуприцеп. В одном полуприцепе только 24 колеса. Модель действительно интересная. Жалко, что схема покраски черно-белая, но в принципе здесь стандартный камуфляж Бундесвера. Сейчас все распакую и продолжим обзор. И посмотрим, что находится во второй коробочке. В наборе даны резиновые покрышки. Я вам сразу скажу, что для 2002 года они сделаны довольно неплохо.
надпись Michelin присутствует, хороший крупный протектор и не сильно заметный шов. И покрышки для полуприцепа. Надпись Fulda. И хороший протектор. Надеюсь, шов легко уберется наждачной бумагой. Кабина отлита одной деталью. Кому интересно, в конце будут подробные, хорошие фотографии. Ну, литье, в принципе, хорошее. Здесь в коробочке проволочки, делают всякие шланги, имитация троса для лебедки и металлические ступицы. Сразу видим, на литнике написано 2002 год, фирма Трумпетер. И смотрим, насколько хорошо и качественно отлиты детали. Конечно, для 2002 года уже отличное, хорошее литье. Посмотрим во время сборки, насколько все будет хорошо и без проблем собираться. Ну, в принципе, проблем с фирмой Трумпетер у меня никогда не возникало. Да, бывают какие-то загвоздки, где-то надо что-то подштукатурить, подровнять, подшпаклевать. Но это бывает практически у всех фирм. Но в целом, мне набор очень понравился при беглом просмотре. Два одинаковых литника. Буду показывать по одному литнику. Всего в наборе 19 литников. Если каждый показывать, то уйдет очень много времени. Ну, набор шикарный. Кто любит долгострои, кому нравится сборка моделей, где очень много деталей, я думаю, набор будет очень интересным. Два одинаковых вот таких литника. Тут литник с дисками и покрышками для полуприцепа. Два литника с дисками для сидельного тягача. Два литника с мелкими деталями
Видимо, на наборе есть канистры. Все детали довольно хорошо, качественно отлиты. Облоя не обнаружил. Утяжем следов толкателей на видимых местах также не обнаружено. Литник с элементами подвески. Ну, смотрю, довольно заметный шов от стыка пресс-форм, с которым придется на некоторых деталях поработать. Канистры присутствуют и на другом леднике. Как видите, присутствуют довольно крупные детали и мелкие детали. Модель сборки будет непростой. На всех литниках указан 2002 год. Ну и сразу хочу сказать, что начинающим моделистам я бы эту модель не рекомендовал. Тут реально есть где поработать. Модель должна быть интересной. Одной деталью дана рама тягача. Я представляю, если бы вот эти все рамы и все остальное еще почленили на детали, сколько деталей было бы в итоге в данном наборе. Ура, рама ровная, без каких-либо перекосов, довольно прочная. Одной деталью дана платформа для полуприцепа. Модель будет еще и тяжелой. Пластик толстый, прочный. Литник с прозрачными деталями. Очень хорошая прозрачность. И плата с фототравлением. Сейчас встроим. Хорошая плата с фототравлением. На брызговиках, скорее всего, это брызговики. Отпечатано название «Фаун». И рассмотрим поближе декаль.
Декаль дана только для одного варианта сборки. Хотелось бы, чтобы вариантов было побольше, и окраски, и сборки. Вот такой вот, друзья, набор. На этом буду заканчивать обзор. Кому интересно, продолжайте смотреть далее фотосессию.